Дети – активные участники действия с морем добра и позитива, и самой маленькой капелькой зла, которая в итоге, конечно, будет побеждено общими усилиями. Праздник для ребят организовали студенты анапского филиала Шолоховского университета, будущие педагоги. Они сами сценаристы, сами костюмеры, сами гримеры. Подготовкой репетиции заняли около месяца. Образы узнаваемы. Белка в обычной, несказочной жизни – Татьяна Мороз. На предложение принять участие в организации праздника откликнулась практически не раздумывая. Потому что детки, как бы интересно с ними поучаствовать как-то. Это больше подходит к моей профессии. Как и все артисты, Татьяна – будущий учитель начальных классов. Стать педагогом – ее сознательное решение. Она живет в станице Благовещенская и после окончания университета намерена пойти в 8-ю школу, которую закончила сама. Мне очень нравятся дети, я их люблю. Мне нравится с ними проводить, их чему-то учить. Как бы это такой вот маленький этап в жизни. Я и своего младшего братика воспитала, и мне понравилось. Среди мальчишек есть пират и ниндзя, а 8-летняя Вика пришла в народном костюме. В зале 35 ребят со всего муниципалитета. Каждый получил по подарку, который приготовили преподаватели университета вместе со студентами. Мы восхищаемся теми людьми, которые берут деток в семьи. Поэтому в этом году была инициатива моя и студентов, и преподавателей университета. И мы рады, что эти детки сегодня остались у нас. Детские праздники, и не только новогодние, будущие педагоги под руководством своих наставников проводят постоянно. Преподаватели считают это неплохой практикой. Тем более, что учитель в России всегда больше, чем просто учитель.